Эрмитажная картина Рембрандта «Давид и Урия», созданная Рембрандтом около 1665 года, изображает библейский эпизод, известный нам по картине «Версавия». Как мы помним, старый царь Давид пленился прекрасной Версавией, женой своего подданного воина Урии. Чтобы устранить обманутого мужа с дороги, царь вручает ему письмо к военачальнику, в котором приказывает поставить Урию во время сражения на самое опасное место и там его покинуть. Рембрандт страстно сочувствует благородному и гордому Урии, который не захотел делить с царем свою красавицу-жену и стойко идет навстречу неизбежному. Но для старого Рембрандта эта сцена, которую он в молодости сам, наверное, трактовал бы как динамичную, исполненную внешнего драматизма, представляется теперь в статичных и лаконических формах, которые включают, однако, огромное душевное смятение и напряжение. Отказавшись от некоторых канонов внешнего правдоподобия, Рембрандт построил свою композицию, как в картине «Артксеркс», «Аман» и «Эсфирь», на сопоставление трех людей, трех психологических состояний. Однако теперь герои Рембрандта находятся на разном расстоянии от зрителя. Пространственная структура этой дивной картины полностью отражает ее драматическое содержание. Урия выдвинут на самый первый план по сравнению с изображенными в глубине Давидом справа и его старым летописцем слева. Он колоссален, дан крупным планом, как говорят в кино. Срезанный ниже пояса краем картины, он чуть ли не касается одежды ее обоих нижних углов. Между тем, это ростом чуть выше среднего, худощавый человек лет 40. Его фигура так компонована в прямоугольник холста, что кажется движущейся прямо на нас. Она сдвинута от оси картины несколько влево и еще больше наклонена головой в ту же сторону, Урия качнулся. И в положении его чувствуется некоторая неустойчивость. Роскошная, с золотистыми отблесками красная одежда, с перекинутым через левое плечо плащом, широко и свободно написанный, заполняя первый план, подчеркивает доминирующее значение Урии. Тяжелое, непонятное и волнующее своим кроваво-красным цветом гигантское пятно одежды Урии так вписалось в холодновато-глубокое окружение, что зрителю, еще не успевшему рассмотреть все остальное, уже передано нервное напряжение художника. Для Урии все теперь ясно. Он понимает, что обречен на гибель, понимает и то, что Версавия ему не верна, но чувства его затаены. Мы видим только прижатую к груди правую руку. Может быть, за небольшим треугольным вырезом одежды скрыто роковое письмо. И неподвижное, очень бледное, безбородое лицо с полузакрытыми глазами под огромным светло-коричневым, окольцованным золотым обручем и драгоценностями тюрбана, который словно давит его своей тяжестью. Левой рукой Урия держится за пояс, как бы боясь потерять сознание и упасть. При долгом рассматривании создается впечатление, что Урия проходит мимо нас, нас не замечая, как проходит человек, знающий об уготованной ему скорость смерти и знающий, что ее не избежать. В этот момент, сколько бы ни было с ним рядом народу, он один. Один со своими мыслями. Один, без веры в Бога и людей, которые его предали. Чуть различимые, землистые, опущенные веки углубляют тень под глазными впадинами. И хотя взора человека мы не видим, глаза Урии закрыты от ужаса. Мы проникаемся его безмерным страхом и предсмертной тоской. Эта картина невероятно красива, но ее красота – это не красота Флоры. Если там была красота увиденного Рембрандтом предмета, красота ткани и нежного девичьего лица, то здесь красота иного порядка. Здесь красное или серебристое, золотое или темно-оливковое – уже не красота предметности.
Здесь не важно, что это шелк или бархат. Здесь красное по отношению к другим цветам – это трагедия. Важно не насколько точно краски передают материал предмета, а насколько они становятся языком духовной жизни. Это заставляет зрителя волноваться и думать, искать ответы на свою невольную взволнованность и постепенно проникать в открывающийся перед ним мир картины. Посмотрите на самый центр картины, на тыльную сторону руки Урии, лежащую у него на груди под вырезом одежды. Жест прост, но отношение сложных мерцающих золотом цветов, чуть раздвинутых пальцев, горяче-красному цвету одежды создает такое напряжение человеческой драмы, которое никогда не смог бы выразить самый театральный и всеобъясняющий жест. Приблизившись к нам, фигура Урии уже удалилась от жестокого, неправедного царя. Пространство их разделяющее 2-3 метра, как бы дает представление о времени, которое прошло с того момента, когда Давид окончательно решил погубить одного из своих командиров, когда-то близкого ему человека. Узкая, горизонтальная, не бросающаяся в глаза, размытая, коричневато-оливковая полоска поверхности царского стола, загороженного Урией, как бы отодвигает от нас сидящих за столом Давида и писца, и еще более приближает Урию. Пространственный отсчет за поверхностью полотна таков, что зритель как бы оказывается вовлеченным в это пространство, становясь из невольного свидетеля участником трагедии. На окаймленном дорогим тюрбаном и лохматой темной бородой лице царя застыло выражение печали, сожаления, первых признаков угрызений совести, которые потом завладеют им полностью. Голова Давида качнулась вправо, и взгляд тоже устремлен в противоположную, от Урии в сторону. Великолепно вылепленная посредством сложнейших светотеневых переходов голова старого летописца в глубине слева, его покрытое морщинами лицо, мешки под глазами и невыразимая жалость во взоре дает новое содержание основной теме. Так, сопоставляя три лица, повернутых в сторону зрителя и данных на разных планах, художник достигает удивительной психологической концентрации действия. Нельзя сказать, что в этой картине Рембрандт соединяет разные моменты. Пространство и время для него равнозначны. Именно поэтому развитие действия приобретает ни с чем не сравнимую наглядность. Так исключительная по смелости композиция, ее новизна находит подкрепление в свободе живописного выражения. С наибольшей силой чувства героев раскрываются здесь через цвет. Рембрандт давно уже пользовался цветом как носителем эмоционального начала в живописи, но в этой картине он отдает ему, даже по сравнению со светотенью, главную роль. Родившийся из освещения мир Рембрандта превращается в мир красок, действующий на нас не только отношениями тона к тону, но и в первую очередь цвета к цвету. Холодные тона одежды Давида и его сидеющая борода красочно противопоставлены насыщенной горячими тонами одежде громадной трагической фигуры Урии. В свою очередь, разные оттенки красного цвета, основного цвета одежды Урии, от карминно-вишневого в темных местах до сверкающего, чисто красного, оживленного желтым и чуть заметными мазками белого цвета, сталкиваясь, создают редкое по красоте и в то же время как бы конфликтное сочетание. Золотые блики на богатых восточных одеждах вызывают впечатление тревожного мерцания. Мир картины создан такой взволнованностью, таким нервным напряжением, на таком накале страстей гениального художника. Этот условный сущности мир становится значительно реальнее, чем окружающая зрителя действительность музея. Цвет и композиция взаимно подкрепляют друг друга. Разнообразная гамма человеческих чувств – скорбь, тоска, угрызение совести, понимание предательства, предчувствие близкой смерти, страх и одиночество насыщают картину глубоким эмоциональным содержанием.
Картина «Давид и Урия» единственная по своей структуре в мировой живописи.